Вітаю, друзі, на Ютуб каналі РБК Україна. З вами у студії Богдана Лясківська продовжимо обговорювати тематику інтерв'ю. Нещодавно вийшло інтерв'ю та Каракалсона разом із президентом країна-агресорки Путіним. І, зокрема, його подивилися мільйони людей. Про те, як відреагував захід на це інтерв'ю, будемо говорити із Юрієм Рашкіном, депутатом окружних зборів округу Рок штату Віскосин, Ведучого новин Рашкін Репорт. Вітаю вас. Вітаю вас, спасибо за приглашение. слава Украине! Героям слава. А, пане Юрий, а яка була ваша реакция після перегляду интервью а, Такера Карлсона с а, Володимиром Путіним? Ну, во-первых, это было невероятно скучно. Это нужно было быть человеком, которого очень интересует то, что происходит в ситуации. Знаете, вот человека будут как меня приглашать и спрашивать про это. Тогда нужно иметь смысл посмотреть это интервью. А иначе это бессмысленная трата времени. Возможно, ЦРУ нужно было это просмотреть, чтобы понять, что Путин предлагает обмен за американского журналиста, убийцу, который убил человека в Берлине. И вот он так сказать, передает такие посылы. Но это важнее было для ЦРУ в этом разбираться, чем для американцев смотреть это. Поэтому своей первой лекцией на полчаса он просто уверенно выбил 95% тех, кто его смотрели и просто подумали, что, наверное, нужно промотать. И даже Такер Карлсон своих зрителей предупредил заранее. Он сказал, ребята, я его спросил, почему вторгся в Украину, а он не дал ответ на полчаса. Я думаю, что, может, он хочет устроить филибастры, как бы время время занять своими разговорами про лекцию про историю России. Но смотри, у нас нет ограничений во времени. Видимо, это просто его значит, это ему важно. Но ну, и мы понимаем, что Путин как визитную карточку все морочит голову про эту историю России, потому что у него нет никакого ответа на вопрос, что ты делаешь в Украине. И поэтому приходится долго приказывать, рассказывать. Uh, был замечательный комментарий одного популярного американского комментатора Иэн Бремер, который сказал, что он, значит, провел несколько интервью с китайскими лидерами и что говорит, чем хуже у них экономика, тем, тем больше они говорят о истории Китая. И вот такая же ситуация и здесь. У России очень маленькая экономика, но очень длинная история. И поэтому такие рассказы, ну хорошо, он рассказал, он высказался. Видно, что все, кто не согласны с Путиным, давно покинули помещение. И остались только те, кто согласны выслушать любую Бельберду по поводу любой истории. Такер Карлсон был согласен, он понимал, на что он идет. Он знал, что, наверное, первые несколько минут будет такой, такая речь. Но знаете, Такер Карлсон со стороны американцев. Это не журналист, он пропагандист, он сам отрекался от того, что он журналист, когда его бывшему работодателю Fox News в них вынесли вередикт против них на 780 миллионов долларов за клевету, и каналу пришлось его уволить Такера Карлсона, то они тогда говорили в суде, что мы, он, он не занимается журналистской деятельностью, он факты не освещает, у него другая задача. Так что теперь, когда он вспоминает, что он журналист, когда все журналисты в России, которые пытаются заниматься журналистикой, либо покинули страну, либо сидят, либо убиты, то либо, либо просто сидят тихо молча, потому что я знаю ютуберов, которых я раньше смотрел, которых сейчас нету, потому что жизнь в России непростая. А в это время туда прилетает Такер Карлсон и говорит: такое ощущение, что никто просто в дверь не, по не постучал к Путину. И вот наконец-то мне пришла в голову эта замечательная идея: что если с Путиным поговорить? Мы понимаем, что Путин ну, боится всех остальных журналистов, а Такера Карлсона он не боится, поэтому они хорошо совпали. Можно сказать, что Такер Карлсон был каким-то посыльным и донес какой-то месседж или принес месседж между Трампом и Путиным. Возможно, да, в этом что-то есть, но учитывая настолько, как бы, насколько непробиваемые иллюзии, в которых живет Путин, я не знаю, что мог бы Такер Карлсон рассказать, что изменило бы его точку зрения. Я уверен, что Такер Карлсон просто подтвердил то, что Путин и так думает. Но что у них главный у Трампа и у Путина это то, что нужно Америке срочно прекращать помощь Украине прямо сейчас и думать о том, зачем нам эта Украина, она так далеко, и вообще Россия такая крутая. Такие мысли на американцев не распространяются, кроме как тех, кто уже поддерживает Дональда Трампа. Поэтому для его паствы, это как говорится по-английски: preaching to the choir: когда вы говорите вашу проповедь, вашему церковному Хору. Они так, о да, и они, значит, соглашаются, потому что как же может быть по-другому. А, поэтому для тех, кто любит Трампа, они теперь любят заодно и Путина. Это, конечно, опасно. Но вот это та реальность, в которой мы живем, потому что Трамп уже реально раз за разом говорит о том, как он поддерживает Путина, и Путину нужно нападать на страны НАТО. Так что в такой ситуации, посмотреть на Такера Карлсона, я не знаю, какой посыл ему еще нужно донести, там вроде бы и так все очень-очень понятно. Трюки, которые Путин выкидывал, мне сказали еще о том, насколько он не политик, он не религиозный человек, он даже какой-то такой, такой слегка воинственный атеист. Его спросил Такер Карлсон: говорит: Вы чувствуете высшую силу в том, что здесь происходит? Он говорит: «Не, а не чувствую, ничего здесь нету. Есть определенные правила, по которым нужно действовать, мы по ним работаем. Спасибо, то есть Бога нет, и не нужно нервничать, ну хорошо, а то американцы их всегда волнуют, какие у вас отношения с Иисусом Христом, а, вот, а Путина этот вопрос не волнует, так сказать, если нужно, оккупируем, разбомбим, завербуем, все, что надо, так сказать. мы понимаем, как эта система работает. Поэтому, поэтому то, какое впечатление это произвело на американцев, ну, такое странное, и как-то, в общем-то, все э, ну, понимают, что мы здесь имеем. И это, не нам, как сказать, не так уж много это обсуждалось по-английски, как это обсуждалось по-русски. Я понимаю, что когда страна Россия находится в состоянии практически Северной Кореи, и появляется какой-то Деннис Родман или Такер Карлсон, которого выгнали отовсюду, и теперь он решил сделать себе карьеру интервьюируя диктатора, ну, это, конечно, большое событие в России, но это говорит о том, насколько Россия сейчас стала напоминать Северную Корею, когда появление западного человека-журналиста рассматривается как пропагандистская победа. Ну, я думаю, что Такеру Карлсону ему здесь про это тоже не забудут. Ему это станет часть его репутации, что он ездил и говорил с Путиным. Хотя, конечно, он задал вопрос про Эвана Гершковича и правильно сделал, потому что это нужно ему было сделать в обязательном порядке, потому что все, кто обсуждали это интервью в США, говорили: Ну, пусть он поедет. Ну хорошо, можно поехать поговорить с Варваром, с Людоеном, что угодно. Но какие вопросы он нам будет задавать? И 95% времени Такер Карлсон сидел и просто ну, вдыхал пары, которые исходили от Путина. А в конце, когда интервью уже заканчивалось, то есть если бы его в окно выкинули, то все равно же интервью конец, он спросил про Эвана Гершковича и даже хихикая назвал его заложником. Um, ну, такая странная, такая хихикающая девочка Такер Карлсон, которая просто, ну вот у нее просто вот, я не знаю, что, от диктаторов. Когда Такер Карлсон видит сильных людей, он понимает, это его публика, его публика любит диктаторов. Ему он просто продажная шлюшка, но ему, он понимает, что сейчас он работает на публику, которая обожает Трампа, Трамп обожает диктаторов, значит, Такеру Карлсону нужно разговаривать с диктаторами. На вашу думку, чи дивилися це інтерв'ю лише такі затрамповані люди, тобто фанати Трампа, чи його дивилися, і звичайні пересічні громадяни Сполучених Штатів, що взагалі спричинило таку величезну кількість цих переглядів. Просто цікавість подивитися на цей треш, що там відбувалося, чи хтось дійсно хотів послухати, що скаже Путін? Що скаже Путін? Всі признали, що нічого нового не сказав. Поэтому сказати, що це то новини, теж не важливо. Это, ну, какое-то чудо юда знаете, посмотрите на Путина, мы его давно не видели, вот, правда, он без клетки в этот раз, ну, хорошо, и не полуголый на коне, но все равно это просто больше такой фрик, как бы, знаете, бородатая женщина, диктатор России, он всегда врет, мы это знаем, это, тут ничего нового не ожидалось, не было, тут был вопрос решался, вопрос репутации Такера Карлсона, который там тоже, в общем-то, мало чего было, и он ее не улучшил своим поведением. Так что в Соединенных Штатах абсолютно на это не рассматривали как что-то, какое-то новостное событие, более такое интересное и развлекательное событие. Чи може взагалі це вплинути? Чи могло взагалі це інтерв'ю вплинути, хоч якось, на е, якусь свідомість е, громадян Сполучених Штатів Америки для того, аби вони були проти підтримки штатів України, проти передавання траншів та зброї? Чи це могло дійсно вплинути тільки суто на публіку Трампа, яка і так, так вважає, може бути, тому що в сенсі смислі просто розчехлився. Он показал себя в том, что ему важно, что ему нужно. После этого Трамп подтвердил его же мысли на своих ралли. Поэтому мы видим, что Путин и Трамп, его поддержка Трампа, они на одной странице. Поэтому, когда люди поддерживают Трампа и Украину, Такое только происходит на русском языке или, возможно, по-украински. Но по-английски, если вы поддерживаете Трампа, то, конечно, Украина это страна, которой срочно нужно перестать помогать. Там коррупция, там непонятно что. И вообще, почему они не договариваются с сильным Путиным. Мы же знаем, как Трамп собирается за 24 часа решить э, вопрос Украины с Путиным. Просто сказать Украине, помощь закончилась, идите договариваться. Не договаривайтесь, вообще ничего не будет. И все. Он просто бросит Украину очень быстро, ему не понадобится 24 часа для того, чтобы это сделать. А потом он обвинит Украину в том, что Украина не согласилась на вот по помощи и предложения Трампа, как это решить. Трамп все время делает такую зеркальную проекцию, когда он, например, обвиняет союзников НАТО в том, что они не платят э, свои взносы, и поэтому он поддерживает, чтобы Владимир Путин на них нападал. При этом мы знаем, что Трамп всю жизнь не платит за счета, по счетам. Это его, одного из его определяющих качеств. Он не платит по счетам. Поэтому видно, как его это раздражает, когда другие люди это делают. Или, например, когда жена Дональда Трампа отсутствует, никогда ее рядом уже не видно, то он начинает говорить а где муж Ники Хейли? Почему его нет рядом с ней? То есть это просто детский сад, но это видно. И видно, что он сейчас поддерживает Путина. У людей в Соединенных Штатах сейчас волосы дыбом стоят. Те, кто их имеют, сейчас их вырывают, потому что лидирующий кандидат от одной из двух основных партий Соединенных Штатов является полным сторонником Путина, полным сторонником фашизма, и его толпа его поддерживает. Так что он не один. Это надо понимать. То есть, в целом, это интервью каким чином может вплинути на то, або в подальшому суспільство поддерживало, або не поддерживало Украину. Я думаю, что Путин призывает американцев срочно прекратить помощь Украине. Он пытается призвать нас каким-то нашим личным самоинтересом, но это какой-то абсолютно низменный инстинкт, когда он пытается найти самый низший общий разделитель. Когда нам всем нужно, так давайте этим заниматься, и чего вы здесь из себя строите кого-то? Но американцы занимаются тем, что мы всю нашу историю существования строим из себя кого-то, и пытаемся этим кем-то стать. А когда мы этого из себя не строен-то получается Трамп. Поэтому нам нужно всегда стараться быть лучше, а не ловиться на какие-то призывы к Путина, который говорит, да зачем вам это нужно? есть большое понимание, что это еще связано с тем, что у нас просто нет людей, которые воевали. Что тот факт, что у нас есть хотя бы президент, который, который занимался политикой во время холодной войны, сейчас для нас это большой плюс, на самом деле, для страны. Поэтому у нас команда есть, которая может противостоять Путину. И шансы Трампа проиграть на выборах невероятно велики. Но это выглядит устрашающе, потому что он захватывает номинацию республиканской партии, республиканской Ської партії не сміють слово сказати проти ніво, і все це вигляді очень неприятно. Там була заява у Путіна про те, що Гітлер почав війну через вину Польщі, що Польща винна в тому, що розпочалась Друга світова війна. Власне, що це через те, що вони не домовлялися. А яка була реакція на цю фразу? І чи на вашу думку це була паралель з Україною, яка зараз не хоче домовлятися, не хотіла, і ніби він вимушений був напасти? Чи це сприйняли як нісенітницю, чи яка взагалі була реакція на ці фрази? Реакция была минимальная, потому что мы знаем, что уже задолго до этого мы видим, что Путин не понимает историю, Путин не знает историю, и Путин использует историю, которую он придумал, которую ему придумали для оправдания его злодейств. Он звучит, как какой-то злодей, была такая пьеса «Обыкновенное чудо», когда там был король, который говорил, не я такой плохой, а вот у меня дедушка, бабушка, тети, дяди, вот все эти почти что рюрики, которые как бы вот это такая ситуация, а он просто жертва и не может ничего здесь делать. Путина же обманули, все его обманывают. Поэтому он такой несчастный. Поэтому на Западе все эти детали, именно проекции, возможно, опять же рассматриваются в ЦРУ. Но обычная публика посмотрела на это, сказала, смотрите, он еще жив. И винулась дальше. Просто это неинтересно на Западе, потому что это, ну, это фрик, на которого мы посмотрели. Слушать его, ну что, разбираться, что ему нужно объяснять, что не Польша виновата во Второй мировой войне, а Германия виновата во Второй мировой войне. Вы думаете, он это поймет? Вы думаете, ему это можно перевести? Вы думаете, кто-то этим хочет заниматься? Ну, максимум директор ЦРУ. Но кроме этого, никого это уже не волнует. Он, как сказала Ангела Меркель, он тронут и живет в собственной реальности. И это интервью Такера Карлсона только подтвердило то, насколько он не связан с реальностью. И тот же российский телевизор, за который он платил миллиарды, чтобы он рассказывал то, что ему нравится, и идею, на которую он купился, мы смотрим на просто полного голого короля, который рассказывает полчаса о том, как У нього шикарне платья, які у нього були в шкафу. Ви не поверите, що здесь було в шкафу, когда я сюди прийшов. А ви чого голос сидите? Ні, ну там в шкафу такое было, дуже. Тобто, за зокрема, люди свідомі сприймають Путіна просто як дійсно якогось божевільного діда. Кожна свідома людина сприймає його несерйозно на Заході, Правильно? Яка не заангажована. Вы знаете, я думаю, что его воспринимают серьезно, потому что у него есть ядерное оружие. Uh -huh. И поэтому uh -huh. полностью его игнорировать, как какого-нибудь, я не знаю, Каддафи или Саддама Хусейна. Саддама Хусейна тоже там были подозрения, что у него есть ядерное оружие, масса упражнений, которого, конечно, не было. Иначе мы не начали эту войну. Но э, Путина воспринимают достаточно серьезно, но не настолько серьезно, чтобы его слушать. Э, Трампа мы еще слушаем, потому что нам нужно с ним решать, э, нужно голосовать. А с Путиным нам ничего делать не нужно, потому что мы его уничтожать лично, видимо, не собираемся. Видимо, есть полная уверенность, что если мы сменим режим в России, то это плохо закончится. Поэтому вся эта ответственность на том, что говорит Путин, и что он там, это на, на россиянах, им под этим жить. А наша задача просто піддержати Україну, щоб Україна могла себе захистити і наскільки це можливо, розрушити преступний режим. Пане Юрі, я дуже дякую за те, що ви розповіли нам, яка була реакція на заході. Зокрема, за те, що ви також підтримуєте Україну і розумієте взагалі всі реалії, сподіваюсь, поширюєте це також із своїх ресурсів змі у Сполучених Штатах Америки. Дякую вам завжди рад. На друзі, нагадаю, що у нас на зв'язку був Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу Рок, штату Вісконсин. Ведучий новин на Рашкін репорт. Ви слідкуєте за нашими новинами, адже найактуальніше на РБК Україна.